Я хочу вам сказать, что я принял важное решение. На самом деле, конечно, это никакое не решение. Потому что для тех людей, которые так или иначе полюбили футбол, это просто форма жизни. Сначала, когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. Но наступает время, когда... Нет, ну я могу, конечно, играть в футбол. И, может быть, даже соберутся пара человек и будут показывать пальцем, как я это делаю со своими 150 килограммами веса. Но дальше у тебя остается один способ. Вот мы, взрослые мужчины, что мы делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, вроде Евгения Гинера, вроде Леонида Федуна. Мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Вам всем этого хочется. Команда, которую я называю моей, не потому, что она моя собственность. Она существовала как ЦСКА до Гинера и Спартак до Федуна. Но людям надо помогать. У меня нет лишних денег. Я думаю, что я заработаю специально на эту команду. Я расскажу о том, как содержать футбольную команду на ваших глазах. И смогу показать вам, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс, может быть, компанию друзей, может быть, небольшой частный бизнес, может быть, еще что-нибудь. Каждый может иметь футбольную команду. Когда-то большинство из вас узнали, кто я такой, из программы, которая называлась «Футбольный клуб». Никто не знает, почему она была так названа. Но вот теперь я понимаю. Потому что каждый должен иметь футбольный клуб.